Василий Звягинцев. Одиссей покидает Итаку. Знаменитая серия издательства «Северо-Запад». Это имеет вот такой значок. Все любители фантастики знакомы с этой книжкой, с этим издательством и с этой серией. Книжка толстенькая. Ну, я ее уже сам тут заламинировал. Твердый переплет. Книга имеет чуть увеличенный формат по сравнению с зарубежными авторами. Русскоязычные побольше. Вот книга Рассел. Стандартного образца, стандартного формата, вернее, формата. Газетная бумага. Средний, четкий шрифт. Так, поля 1,5 сантиметра. Здесь, не знаю, побольше. Так, 44 строчки. Ну, в принципе, многовато, но как-то смотрится все равно хорошо. Ничего не сливается. Возможно, из-за бумаги, то, что она желтеет. На белой бумаге, может быть, не так это хорошо смотрелось. Шрифт четкий. Издательству плюс. Хотя в зарубежных авторах там шрифт в некоторых книжках не очень четкий. Картинок нет. Содержание отличное. Такая вот она книжка.